Что это было? Петарда? Вся округа, дома напротив, свет горят, никого не эвакуировали, блин. Священники молятся. Это ж тут территория не маленькая. Люди стоят, вытянулись как минимум на километр по расстоянию, а то и того больше. Меня подожди. Юра. Алло.
Да, хороший ров. Убийца! 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 Куда ты едешь? Милиция с народом кричат. Держу тут на этом краю. А люди стоят, да? Тоже. Полиция, Беркут. Да он. Даже не видно, что там за баррикадами. А, вон, а глянь, а что там? Вон, целое войско стоит, смотри отсюда. Плохо, правда, видно? Стоит компания не менее 50 человек. Даже больше. С правой баррикады. Вот и сбыли. Идут сюда. Идут сюда. Россия! 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 Церковь бьет на бас. Я онлайн-трансляцию через интернет пустила. Интернет, пожалуйста. Пошло, пускай люди смотрят, что творится. Да, ну не видно. Лица особо сильно не видно, потому что как бы общая картинка в основном берется. Дать бы денег на возвышенность. Баррикады со всех сторон. Люди встали. И там, и здесь на баррикадах. А что это за компания? Наша или нет? Тут люди стоят. Девчонки помогли. Thank you.